Девчонки, всем привет! А вот в этом видео я хочу рассказать вам про супераппарат, который я увидела эффект от него сразу в первое применение. Смотрите, у него есть два режима, и вначале я делала где-то неделю на первом режиме, вот на таком фиолетовом, а на втором режиме уже потом стало через неделю, хотя, возможно, кому-то будет лучше поделать на первом режиме, я думаю, это от ощущений зависит, потому что есть такие своеобразные подергивания мышц. Смотрите, вообще этот аппарат, он идет как для глаз, для глаз. Вот, но им можно обработать практически все лицо, то есть лоб, область вокруг глаз, скулы, нижнюю часть лица, носогубки. Это практически все лицо. Что он дает? Он дает то, что кожа подтягивается, такой лифтинг, РФ-лифтинг с микротоками. Когда вы его включаете, он нагревается, прогревает мышцы, расслабляет их. Вообще, на самом деле, эффект, вот я правда говорю, это ни сколечки, ни реклама или что-то еще. Почему я выделила целый пост на этот аппарат? Потому что я от него увидела эффект просто после первого применения. Причем я не делала на какую-то супер дорогую сыворотку, потому что все сыворотки на мне впитываются просто моментально. Поэтому я в сторис покажу, какая у меня есть сыворотка сейчас. Правда, на ней нет картинки. Ну, я постараюсь найти там, где я покупала картинку с нее, чтобы вы понимали, какая. Она недорогая, но, во всяком случае, она позволяет сделать массаж. Обычно я наношу, если я прорабатываю лоб, я нанесла на лоб и прорабатываю его. А если я прорабатываю глаз, допустим, правый, то я на него наношу и на скулу, например, и прорабатываю эту часть и так далее. Сейчас я вам покажу, какими приемами, то есть каким образом я прорабатываю. Если это лоб, то вы включаете прибор, я сейчас его включать не буду, и вводите вот таким вот образом, сильно давить на него не нужно. Всего, у меня, правда, еще не отключался аппарат, но он работает в течение 10 минут. И я, как правило, ставлю таймер и вижу, сколько времени у меня ушло на ту или иную зону. То есть вы примерно можете разделить там 2,5 минуты на лоб, грубо говоря, там 2,5 минуты на одну сторону, на другой глаз и скулу, там на носогубки и нижнюю часть, это там оставшиеся минуты. Ну, то есть как-то для себя распределите эти 10 минут. Или просто, во всяком случае, можно хотя бы проработать глаза, если мало времени, нет этих 10 минут. Итак, лоб, как я показала, мы ведем снизу вверх, снизу вбок и вот таким вот образом. Кстати, эта штука, знаете, что помогла мне сделать? У меня вот, когда я вот так морщинюсь, у меня вот эти вот мышцы находятся в спазме даже в... Вот видите, здесь вот я этот прибор делала где-то 2 дня назад. И уже эффект сошел. То есть мне, так как эта проблема, она у меня такая уже достаточно давняя, не помогает, не хватает надолго пока, во всяком случае. Но я с ней работаю. И вот у меня есть такие вот мышцы, да, здесь вот они дают морщинки. И вот когда я поработаю этим аппаратом, вот эту вот как раз зону, вот эти вот такие заломчики, морщинки, они уходят. И хватает это где-то на день точно. Вот, поэтому я очень рада, потому что массажем они у меня никак не уходили. А теперь массаж будет плюс прибор, надеюсь, что они уйдут. Кстати, массаж на лоб тоже был у меня уже в советах Аякс. Вот, то есть таким вот образом вы проработаете весь лоб. Глаза, как мы прорабатываем глаза? Глаза мы прорабатываем вот таким вот образом ведем. И верхнюю часть тоже вот так вот. У меня, кстати, когда я вот так вот веду глаза, у меня подергивание есть мышц. Вот, то есть вот таким образом. Думаю, что здесь все понятно. Скулы мы прорабатываем от носогубки вверх. Вот таким вот образом. Носогубку прорабатываем вот таким образом. И нижнюю часть лица вот таким. Вот, в принципе, по самим массажным... Кот пришел помочь мне. По самим массажным приемам, я думаю, все понятно. В общем, я могу сказать, что за время пользования прибором, это где-то прошло 3 недели,
я для себя вижу очень-очень заметный результат. Если уж после первого приема он был виден, то после 3 недель он очень для меня заметен, потому что я вижу более подтянутую кожу вот здесь, да, потому что меня беспокоило, у нас очень нежная такая кожа здесь. И я вижу то, что расслабленные мышцы, которые никак не хотели расслабляться и никак не хотели уходить эти морщинки. Вот. В общем, однозначно советую, кто может приобрести, приобретайте. Возможно, кто-то на РФ-лифтинг сходит к косметологу. Но для меня это лишняя экономия времени иметь прибор дома и самостоятельно в тот момент, когда я могу позаниматься собой, я буду заниматься. Сейчас слишком время ценно, и на него его очень жаль тратить просто на дорогу и так далее. Поэтому очень советую, рекомендую. Это прям моя рекомендация от души. Всем, у кого есть проблемы, дряблая кожа, очень-очень.